Пусочек маленький, ты тебя обидел, мой зайчик. Горько. Чего, зайчик? Мне на ледяная горько не обидела. Кто? Горько вот это. Чё не... Ну-ка скажи ещё раз. Нет. Ну-ка скажи, скажи. Ну чё не... Не надо, нельзя, мальчик. Чё не... А теперь только одно. Встать и идти. Так, понятно. Короткое извлечение инородного тела из позвоночного канала произошло его смещение, повлекшее временную... Правильно сказала. Повлекшее внезапную компрессию и ишемическую спинного мозга. Давайте не будем торопиться. Подождем, пока пациентка выйдет из наркоза. Операция ведь закончилась штатно. И хоть чуть-чуть перешли. Это была случайность. С каждым может произойти. С каждым может произойти. Это правильно. Сейчас каждый идет к своему пациенту. Задаем одинаковые вопросы. Знакомы ли они друг с другом? Знакомы ли они друг с другом? Что пили и ели за последние два дня? Какие медучреждения? Да, сейчас. Тань! О, ты привет! Вернулась. Я говорю, о, привет, ты вернулась. Расходная. Дальше снега много, у них из головы, что творится-то? Дальше говорят, это по снегу, а не мало. Дальше мы по снегу. А, с головы-то а это у нас? Ушли уже у входа. Львович, Дмитрий. Заколебал, но согласись на то, что дают. Нет уже. Дмитрий Львович, пожалуйста, сделайте анализы, общую химию и скажите как можно быстрее, чтобы в лаборатории это сделали. Хорошо. И потом. Все, стоп. Мы проведем обследование и решим, что с вами делать. Да. Да. Мы сделаем обследование и потом подумаем, что с вами. Будет. Всего хорошего. Иди, какой будет, сядь обратно. Мы проведем обследование, а потом посмотрим, что с вами будет. Да не будет. Сейчас они и так до лада дышат. Ты их добиваешь до конца. Что с вами делать дальше? Дмитрий Львович, вернитесь, пожалуйста. Вернитесь, Дмитрий Львович, сейчас мы... Подготовьте салфетки, сейчас буду шивать. Мы согласны заплатить за VIP-палату, за все лекарства, связанные с лечением. О, уверен, что скоро отборочные туры, ей как нужно. Им нужно. Уверишь, отборочные. Уверишь, скоро, да? Скоро. Давай. Чтите, я думаю, что у меня все отнимается. Замерли. Наташа, врач скорой. Ты что там сидишь? А, мне видно, извините. Пульшку убери, пожалуйста. Какую? Да, левую. Это правая у тебя. Правая своя. Правая под подушечку. Ты спишь как маленький. Ой, ты спишь как маленький. Ручки под... Вот, малюсенький, малюсенький козёлечек. Мой маленький куплётик. Будем. Значит, надо звонить руководителю этой клиники и полицию звать. Ты не сядешь. Я не сяду.